Всем привет, меня зовут Александр Борисович. Мы работаем в городе Ставрополь и его окрестностях. И вот сегодня мы наконец-таки с третьего раза закончили ванную комнату на Локомотивной. И хотим сегодня показать, что у нас тут получилось. Пока еще солнце не село сильно, а то здесь заказчики как бы не стали много лампочек навешивать, достаточно мощные светильники. Поэтому тут не так ярко, как бы нам хотелось. Ну что, с чего начнем? Ну давайте с этого угла, пока здесь не так темно. Здесь у нас белая плиточка. Это плитка Белоруссия. Бордюры. Белая плитка у нас не до самого пола идет. Первый ряд у нас черные плитки. То, что швы не совпадают, как, например, здесь, и вот здесь, вот всякие штучки. У дизайнера была такая задумка, чтобы ничего нигде не совпадало. Вдобавок, эта плитка, она как бы с разных коллекций, и даже вот это с этой, они не совпадают по размеру. Здесь видно, что мы наконец-таки довели до ума в ассамблее. Установлены обналичники. На этой стенке у нас также имеется пульт управления теплым полом. Здесь наряду с водяным теплым полом заказчик пожелал, чтобы здесь еще был и электрический теплый пол, так как водяные полы работают ведь только когда отопление работает. А в межсезонье, например, можно, чтобы тут ходить босиком, подогревать пол. Пока выключим, это нам не нужно. Здесь со временем станет стиральная машина. Для нее установлен краник. Это угловой реймеровский кран. Пока стиральная машина, придется здесь поставить заглушечку, иначе кто-нибудь включит. Сама канализация, канализацию здесь мы не делали, поэтому как канализация была выведена в предыдущий раз предыдущими мастерами. Значит, здесь установлен такой достаточно интересный унитаз. Чтобы поставить унитаз вот таким образом, мы делали специальный короб. В нем у нас размещаемая канализация у нас прошла, так как она не могла сюда подойти просто так. Также здесь вот гигиенический душ. На гигиенический душ выведен смеситель. Как бы все понятно, что это не совсем то, что должно было бы быть. Можно все-таки было там поставить какую-то термоголовку, подсоединить гигиенический душ просто здесь на какой-то небольшой вывод. Вплоть до того, что электроклапана можно было поставить, чтобы это открывалось, при нажатии клавиши вода шла.
термоголовка перепускала нужную температуру, но заказчик не хотел такие глобальные заморочки, поэтому его вполне устраивает такая ситуация, что здесь у нас смеситель, здесь гигиенический душ. На самом унитазе здесь крышки с микролифтом, а значит унитаз будет большее время тут не раскован. Установлен бумагодержатель. Что дальше? Также вернули на место здесь радиатор отопления. Все подключили, нигде ничего не течет, он функционирует. Заказчице самой было приобретено такое зеркало, ей оно очень понравилось. Долго она ездила, искала черных и красных тонах. Как никогда кстати все эти цвета, так как здесь в комнате и эти цвета присутствуют. Установлен такой большой умывальник, ну то есть раковина. Кран, наверное, великоват. Ну им захотелось именно такой кран. На самой раковине имеется такой кронштейн, как бы, ну, можно для красоты, либо какие-то полотенчики развешивать. И в связи с тем, что эта раковина покупалась уже практически в конце ремонта, ну, когда уже все коммуникации были разведены, и ничего тут переделывать смысла не было, значит, краники, установленные на стене, практически получились бесполезны. Сама нога умывальника очень близко подходит к стенке. В связи с тем, что эту раковину когда-то придется снимать, там забьется, почистить, либо шланг, либо перекрывать что-то. Заказчик пожелал ничем тут не заделывать. Ну, он не хочет ничего расковыривать, ничего не отлеплять, всякий силикон. Его эта щель абсолютно не напрягает. Также в предыдущих роликах мы уже показывали, как мы тут устанавливали эту ванну, как тут все тут подходили к ней, как штробу делали, как вставляли ее на клей, как закрепляли. Ну окей, можно посмотреть, как она на самом деле тут выглядит. Здесь сделаны такие подиумы. Это тут мы мыли слегка, затирая плитку черной затиркой, она же везде летит, как-то ее не стараюсь убирать, поэтому мы тут немножко промыли. Ну, в самую легкую. Хозяйка сказала, не надо тут ничего намывать, я сама все перемою, все почищу. Ну, для приличия все-таки пришлось там какую-то пыль убрать. Здесь вот на соединении двух плоскостей у нас установлен пластиковый уголок. Это тоже одно из требований заказчика, так как в доме есть маленькие дети, и вот они тут будут барахтаться, кувыркаться, залазить туда, может даже будут прыгать, нырять. И вот чтобы этот острый угол никого не напрягал, здесь такой у нас закругленница. Ну она как бы и травмобезопасная эта штучка. Ну и вдобавок уголки достаточно быстро ведь можно сколоть, если сейчас начнут на шампуни там всякие ставить, стеклянные бутылочки и всякую фигню. Как тут все работает. Напор, конечно, маловат для второго этажа. Здесь вообще по улице маленький напор. Но если будет поставлен в подвале какой-то дополнительный насос, и этого напора не будет хватать, то будет вообще все великолепно. Также здесь вот скрытого такого хранения душевелища. Вот так она переключается. Так как водой. Хотя разводка здесь была сделана еще до нас полипропиленом, но все равно в каких-то местах очень много ржавчины. И вот при первом включении все-таки эта ржавчина вылетает прямо из душевелища. Опускаем, поднимаем, опускаем, вот так она переключает. Также вот над зеркалом установлен
светильник. Включается и выключается он, конечно, перед дверью ванной комнаты. Но зато вот, когда, если его порегулировать здесь, то если даже вот бриться, в лицо светит и все в принципе видно. А так бы тень падала и было бы какое-то неудобство. Также можно и посмотреть на потолок. На втором уровне разместили такой пластиковый светильник. Там светодиодные ленты просто находятся внутри. Что основной светильник, что подсветка натяжного потолка находится вот на одной клавише. Ну, такое было решение принято. И еще на этой же клавише находится и вентилятор выдержки, который установлен вообще на чердаке. Хозяин сказал, что сам его подключит и установит. Он как бы уже приобретен, нам он не поручил это дело, сказал, что сделает это сам. Мы только вот вывели сюда из канализационной 110-й трубы. Мы сделали воздуховоды круглые. Сюда потихоньку их подвели и вот установили два таких диффузора воздухозаборничка. В таком укромном уголочке здесь у нас примостился ёршик. Ну и вот, входя мимо, его ничего не собьешь. На эту стену его нигде решили не вешать, потому что там и так уже очень много всего расположено. Как это все у нас работает? Шланг, шедший в комплекте, пока достаточно длинный. Хозяин сказал, что поездит по магазинам и купит нужного размера. Но пока только вот там. Вот открываем здесь. И здесь есть клапан на гигиеническом душе. На самой душе речки гигиенического душа. Здесь у нас тоже еще немножко как бы не совсем все чисто. Это затирка черного цвета. Она везде летела. Ну, в принципе, она так клапан как бы перекрывает. Ну, не знаю. На всякий случай я всегда советую эту штуку закрывать. Вот, если будет шланг тут, на 40 сантиметров покороче, как бы, он и так достаточно длинный будет. Но уже внизу не будет никаких некрасивых петель. И он будет выполнять свою функцию. А пока повисить вот так здесь. Длинным, конечно, будет пользоваться не так удобно. Тем более это такой силиконовый шланг, он достаточно жесткий. Так как у нас ванна здесь по ширине не проходила, здесь у нас немножко уже, чем сами края ванны. Вот видно было, что мы ее замуровали немножко в стену, обложили здесь плиткой. Из-за того, что здесь много соединений, там воздуховоды, гидромассаж, все дела. Когда-то в любом случае это потечет, и как бы вроде бы не стоило так замуровывать. Ну, когда не было еще экрана, я так ложился, подлазил, и в принципе рукой я могу, ну вот, например, я сляжу, вот я рукой могу достать до всех соединений и тут что-то открутить, либо посиликонить, либо что-то тут произвести с ними какими-то действиями, либо совсем их заменить. В принципе, можно. В связи с тем, что ванну мы замуровывали, и экран у нас не влазил по размерам, так как он длиннее. Тут мы поступили очень просто. Болгаркой по 5 сантиметров с каждого края обрезали, подшлифовали
И вот теперь оно у нас как-то стоит. Показать-то можно. Вот оно просто. Здесь вот уперлось в стенку. Здесь зажима зашла. А здесь мы прикрутили на саморезы штатные. А здесь она просто упертая в стенку. Ну это в любом случае лучше, чем ничего. Ну, в общем-то, на сегодня и все. Кому понравилось, палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!